девушки будто сошли с обложек журналов. Парни облачились в смокинге. Звучит классическая музыка. Смена окунулась в эпоху романтических свиданий и балов. Это уникальный проект. Благодаря систематическим занятиям бальными танцами осуществляется комплексная социальная реабилитация человека с инвалидностью. Ребята в течение недели учились танцам, чтобы удивить зрителей. Выступало более 100 человек. Вальс, падетруа, котильон и танго. Движение каждого надо запомнить. И, как полагается, выбрали королеву бала. Просто веселье, просто бал. Мне кажется, для каждого здесь это настоящее чудо. Милана Герасимова сравнивает себя с Наташей Ростовой. Это первый бал в ее жизни, но не последний, надеется она. Я очень сильно волновалась. Прошу кавалеров разместиться лицом по танцу. Красилась, готовилась. Я надеюсь, что у меня еще много баллов. Инклюзивный танец – это когда человеку с ограниченными возможностями неограниченные возможности в гармонии танца дарит волонтер. Сегодня эти люди сделали первые шаги к участию во всероссийских фестивалях и шаг навстречу к себе.